Хайоу, ребята, с вами Фибоначчи. Мы продолжаем исследовать мир в игре Undown. И в этом небольшом видео я покажу, где найти все пещеры в Золотой пустыне. А именно, не пещеры, а... Они называются... Коробка щебня. Вот где достать эти самые коробки щебня. Итак, первая у нас находится... Вот в этой долине червей, где много червей. И, собственно, вот она. На миникарте немножко отображается неправильно. Чтобы вот эти камни раздолбать, надо в навыках ставить обычную гранату. Самую обычную. Вот эту. И закинуть сюда. Ну, я думаю, как-то так пойдет. Да, даже то, что она далеко отлетела, пофиг. Там просто показан сам этот, где находится сам ящик. У меня патроны там заканчиваются. Вот. Взяли. Погнали дальше. А вот следующую пещеру мы найдем. Недалеко от стоянки фургона в сердце пустыни. Собственно, вот она, стоянка. Пещеру видно издали. Она как будто открыта. Но когда подходите, все прогружается. В итоге она закрыта. Зато тут светло. На выход. Теперь на машине. Еще одна пещера недалеко от сигнальной башни у стоянки фургонов. Ну, собственно, вон стоянка. Надо тут сбоку забраться. Даже дурак какой-то лазит. Половину сделали. Еще одна точка находится вот в этой отдельно стоящей горе, недалеко от предыдущего места. Со стороны труб я отсюда залазил. Со стороны кранов. Не знаю, можно ли с другой стороны. По-любому можно. Взорвали, забрали. Свалили. Следующая точка. Это у нас... Авиабаза Хелия. В принципе, издалека видно эту пещеру. Никуда даже лазить не надо. Взорвали и забираем. Все, последнее остается. И еще одно место. Это у нас практически самая северо-западная точка карты. Здесь тоже оазис есть. И пещера, вот ее плохо видно. На миникарте отображается. И забираем. Ну и все. Прогресс региона 83%. Можно взглянуть. Ну и на этом, ребята, все. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, поддержите его лайком, а также, если не вводили ничей еще код автора, вы можете ввести мой код автора, который указан в описании. За это вы получите ковбойскую шляпу, а также немного серебра или ресурсов. Ну и подписывайтесь на канал. На канале уже много достаточно гайдов по игре вышло, а также, может, вам зайдет какое-то другое прохождение одной из моих игр. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.